Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Зверев, и в этом видео я хочу дать отзыв Вячеславу Вапилкину и рекламе в рассылке, которую я недавно у него заказывал. Прежде всего, пару слов про меня. Я занимаюсь инфобизнесом уже более 2 лет, работаю в нише обучения работе в JustClick, техническим моментом инфомаркетинга, созданию и продвижению электронных книг и прочим аспектам, связанным с ведением бизнеса в сети. Естественно, постоянно возникает необходимость получать новый трафик, новых подписчиков для того, чтобы предлагать им платные, бесплатные инфопродукты и так далее. И однажды я увидел предложение Вячеслава, которое он давал, и решил попробовать. Заказал рекламу у него в рассылке и, честно говоря, немножко удивился результатом, потому что обычно вот цена, которая ставится за рассылку, она бывает несколько завышенная у людей по тем результатам, которые получаются, потому что выжженная база, реклама каждый день, низкая открываемость подписчиков, низкая активность, или подписчики приходят, но они абсолютно мертвые, абсолютно никакие, замученные бесконечными рекламными предложениями, которые сыпятся с разных сторон. А здесь же получилось в обратную сторону, то есть пришло несколько сот человек в районе 700, может быть, уже больше, я вот сегодня не смотрел приток, потому что он идет, естественно, каждый день потихоньку. Основное в первый день, потом второй и далее потихоньку движется. То есть более 700 подписчиков пришло, и они сразу же в тот же день, когда пришли, отбили мне сумму, которую я затратил на рекламу. И дальше сработали в плюс, сейчас уже более чем в 2 раза реклама отбилась. То есть, на мой взгляд, инвестиция просто отличная, прошло всего там несколько дней, и реклама уже отбита в несколько раз. Дальше, естественно, я с этими читателями буду в дальнейшем работать, выстраивать отношения, и ROI, то есть возврат инвестиций, будет, я думаю, в 5, в 10 раз в ближайшие месяцы. Поэтому я рекомендую вам, также если вам нужен новый трафик, а он нужен обязательно всем, кто занимается инфобизнесом, обратиться к Вячеславу Вапилкину, сайт freeinfopro.ru, вы получите отличный результат. Здесь никаких сомнений быть не может. Вячеслав, тебе спасибо за такие прекрасные результаты. Успехов, не сбавляй обороты ни в коем случае. Все, счастливо, пока.